Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет урок по рисованию. Мы будем рисовать Кроша из мультика. Ну что, начнем? Берем простой карандаш. Что вам еще надо? Стерку. И начинаем рисовать. Но сначала подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Вот у меня такой карандаш с мягкостью 2B и обычная стерка белая. Начнем рисовать Кроша с глаз. То есть сначала нарисуем ему глаза. Через зрачки рисуем. Вот такие у нас получились глаза. Далее посередине рисуем носик между глаз. Вот здесь вот. Такой вот носик у меня получился. И рисуем теперь круглое туловище вокруг глаз. Теперь рисуем Крошу ротик. Такой вот ротик у меня получился. И теперь дорисовываем уши и лапы. Сначала будем рисовать лапки. Другую лапу. И уши. Второе ухо делаем чуть-чуть поменьше. Такие уши у нас у Кроши получились. И еще лапки рисуем. И вторую лапу дорисовываю.
Такие у нас лапки получились. Вот такой у нас получился грош. Теперь нам его надо раскрасить. Давайте сейчас его раскрасим. У нас у меня будет розовый. Такой вот. Глазки мы ему потемнее сделаем. Так вот. Теперь ротиком видео. Так вот, поярче чуть-чуть сделаем ротик. Такой вот. И раскрасим голубым цветом теперь. И ушки я ему раскрасил. И осталось еще лапку. Ребята, если вам видео понравилось, ставим лайки. Вот такой вот у меня крош получился. Пишите в комментарии, какие у вас кроши получились. Нарисовали.